Всем привет! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Всех с началом недели, ну а мы в свою очередь продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! И вновь мы возвращаемся на Грачева 12, Мотовиликинский район, к детской поликлинике. Летом мы здесь были неоднократно, рассказывали, какие на территории замечательные дороги, в кавычках, конечно. И еще меня очень интересует вот этот знак. Внимание, автопарковка на территории поликлиники запрещена. Конечно же, никто не соблюдает и не смотрит наверняка на эту табличку. Заезжают, паркуются. Кстати, зимой здесь парковаться очень затруднительно. Но мы вот приехали, были жалобы, что на территории снег не почищен. Но все почистили, так что парковаться можно, но нельзя. Так вот вопрос, где, собственно, здесь парковаться? Ни одного парковочного кармана я не вижу. Хорошо, что сотрудники ГИБДД никого здесь не ловят и не штрафуют, хотя находятся буквально через дорогу. Ну, действительно, негде. Вот и получается каламбур. Может, все-таки уберем вот этот знак и эту табличку? Ну и еще один, конечно же, момент, который никак не красит наш город, это въезд в поликлинику. Столбики, как мы видим, покосились. Когда-то здесь был шлагбаум, кстати. Ну вот остался один пенек ржавый. И вот, ладно, автомобилисты заезжают. Зимой, кстати, нормально. Здесь ям практически не чувствуется. А вот пешеходам, особенно пожилым людям, мне кажется, здесь очень даже как-то не очень. Вы посмотрите. Не почищено, это явно. Вот люди сами выбивали себе здесь ступеньки. Небезопасно, некрасиво. Больше слов нет. В результате люди заходят там, где заезжают автомобилисты, прямо по проезжей части. Но вот как это понимать? Как минимум здесь, конечно же, нужно что-то менять и облагораживать, так сказать, территорию. Возвращаясь к парковочной теме, вот посмотрите, здесь все заставлено, там все заставлено. Порой припарковаться на территории затруднительно. Вы представляете? Если бы все соблюдали правила дорожного движения, никто сюда не заезжал. Что бы творилось на улице Ким? Ну, скорее всего, ужас бы был во дворах. И жалобы уже поступали от жильцов близлежащих домов. А вот они, ямки мои любимые. Вот они какие глубокие, что даже зимой их прекрасно видно. Причем мы летом, как я уже говорил, приезжали сюда неоднократно. Их засыпали, но почему-то не выравнивали. Я все-таки надеюсь, что территорию поликлиники действительно приведут в порядок. И летом здесь будет совершенно иная картина. Ну и, конечно, следует сказать спасибо, что, наконец, почищено. Я знаю, что я говорю, потому что вынужден сюда ребенка возить к педиатру на прием. Так вот, здесь еще неделю назад невозможно было проехать. Сколько на проезжей части было снега, говорит сам за себя вот этот сугроб. Осталось эти валуны вывести и еще несколько машин припаркуется. Сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения. Ну и, конечно же, удачи на дорогах. Пока.